В преддверии Дня защитника Отечества в «Промагро» прошли первые командные соревнования по плаванию. В корпоративном турнире состязались мужские сборные всех подразделений сельскохозяйственного дивизиона. Утро в бассейне спортшколы «Золотые перчатки» многолюдно. На старт вышли мужские сборные Оскольских беконов, транспортной службы, завода по производству комбикормов, Роговатовской Нивы, мясоперерабатывающего завода и управления АПК. Состязания командные. На время необходимо было преодолеть дистанцию 200 метров. Задача каждого – проплыть свои 50 как можно быстрее. В отборочном этапе в числе лидеров – растениеводы. Они справились с заданием за 3 минуты и 12 секунд. Тяжеловато. 2 года уже не плавал. Тяжеловато. Задыхались, конечно, тяжеловато было. Тяжечка чуть. На завершающем этапе эстафеты встретились представители Роговатовской Нивы, завода по производству комбикормов, мясоперерабатывающего завода и управления АПК. Финальный заплыв определил сильнейших. Как говорится, противник отпускаешь, сразу не выкладываешься. Когда на обратном пути до половины, потом начинаешь выкладываться в полную силу. То есть противник сразу выходит на полную силу, он сразу встает быстрее. А ты не на полную силу, ты не сразу встаешь. Во второй половине начинаешь выкладывать в полную силу и обходишь соперника. На втором месте представители управления АПК. На первом – четверка пловцов завода по производству комбикормов. Самая молодая и спортивная команда. Кто волейболом занимается, кто чем? Футбол, волейбол. Физическая как бы нагрузка на руки постоянная, даже в волейболе, в ноги тоже. Все как бы влияет на это. Но сами не ожидали. Рассчитывали так хотя бы до финала дойти. Оказалось, что выиграли, причем с неплохим отрывом. Стало большим сюрпризом. Все участники соревнований получили памятные подарки, а призеры и победители – сертификаты в спортивный магазин. Главной же гордостью победителей турнира стал переходящий кубок. Корпоративные соревнования – это не только азарт и положительные эмоции, но и отличный повод провести время с пользой, пообщаться с коллегами из разных подразделений компании «Промагро». Они очень нужны, они сплочают коллектив, дух, товарищество. Я считаю, что в «Промагро» периодически проводятся соревнования, это идет только положительный эффект для всех работников. Завершился праздник спорта массовым дружеским заплывом. Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.